Вот уже третий сезон проходит всероссийский песенный конкурс «Новая звезда», и в этом году Пензенскую область представляет наша замечательная Марта. Она солистка Пенсконцерта, она лауреат всероссийских международных конкурсов. Ну и мы считаем, что это восходящая звезда Пензенской области и России в том числе. Поэтому выбор пал на нее. И среди 85 регионов Пензу будет представлять солистка Пенсконцерта. Ну, для нас это очень серьезный, конкурс. Мы, конечно, хотели, чтобы Пензенская область прозвучала там, по крайней мере, в десятке первых. Вот уже первый этап основной Марта прошла, и сейчас предстоит еще два конкурсных этапа, которые пройдут уже в столице, в Москве. Мы будем следить за ними, и одним из условий прохождения в следующий этап будет являться зрительское голосование. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все пензенцы нашу Марту поддержали, и в тот момент, когда голосование будет объявлено, обязательно оставить свои голоса за нашу новую звезду. Для меня, конечно, это волнительно и огромная честь. Спасибо большое за доставленную возможность представить свой регион. Так как я выросла здесь, я люблю свой край, я горжусь то, что все мои родственники здесь, то, что моя семья взрастила меня здесь. И, конечно же, песенный репертуар основывается и на прослушивании первого очного кастинга было наша пензенская песня «18 лет», с которой гордостью я исполняю и передаю все свои отношения к своему родному краю, любовь, теплоту. И, вы знаете, когда было исполнение этой песни, я спела не один куплет, а спела два. И поэтому я горжусь, что, значит, она понравилась, и в моем исполнении слова тронули. Было волнительно, так как огромное участников было огромное количество. Это, если думать, у меня был номер 3808, то остальные, то есть и после меня, начинался он с утра и до позднего вечера. Все очень сильные исполнители, начиная разных стилей музыкальных, народных исполнителей, конечно, нас чуть меньше, поэтому бороться будет тяжело, но будем стараться, будем, главное, показать свою культуру, своего региона, и что у нас замечательные, талантливые люди живут в нашем крае. Ну и можно сказать, что Марта это вокалистка универсальная, она может в любых жанрах работать, не только в народном, но и в эстраде, и в джазе. По-моему, твои возможности безграничны в этом плане. Когда, то есть, помимо народной песни, меня просили исполнить также эстрадную, либо шлягерную какую-то песню в другом исполнении, я с удовольствием исполнила. Ну, как видите, сам результат так, как прошла. Буду представлять свой регион с огромной гордостью и с теплотой в душе. Нет, победитель один. Я пока не знаю, как что будет происходить. Сама нахожусь в таком неведении, с трепетом, что меня ждет. Но так как мы все смотрели, я просматривала конкурсный первый сезон, второй, то есть каждый представляет одну песню. Поэтому будем смотреть уже. Третий год. Это молодой, да, новый конкурс. Да, на конкурсе, который их исполнители... Третий год подряд, да. Выбирают с разных регионов именно. Один представитель от региона в этом конкурсе может представлять именно регион. Поэтому вот в этом его уникальность. Там жанров очень много на конкурсе представлено, номинаций много, но только один представитель от региона. В этом, да, и уникальность этого конкурса, что все собираются со всей России и выбирают одного. Победителя выиграет смежный джазовый
Ну, это... Ну, как мы выбираем обладателя гран-при среди лучших из лучших? Там компетентное жюри, очень грамотное, поэтому я думаю, что они выберут достойного. Да. И жюри, но, в принципе, там учитывается в первую очередь и голосование зрительское. Потом также суммируется, как... Мы будем следить и информацию и до вас доводить, и до пензенцев сразу же, то есть только в преддверии нового этапа, пока, видимо, такой четкий график не определен, но в три этапа всегда проходит. Первый этап мы уже прошли.